перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Не-не-не, пока не расскажу. Треки новые. У меня осенью начинается концертный тур. И вот я очень постараюсь в промежутках дать вам побольше нового материала. В Ростове я буду. Что делать, если любишь человека невзаимно? Ой. Это на самом деле лишь время, наверное, залечит раны. Ну нет, блин. Если не любит, значит не твой. А вот что делать, чтобы... Вот. Мне вообще сегодня на самом деле... Я уснул очень... Пить вино точно не надо. Не помогает вообще алкоголь от таких всяких тем. Вот, и мне приснился сон, он мне уже до этого снился. И вот с этим, в принципе, тоже что-то похожее, короче. Мне снится прям такой дебильный сон. Не люблю его. Мне сегодня на самом деле тоже было кокосик помогать. Нет, кокосик тоже не помогает, на самом деле. Ничего не помогает. Да не помогает. Только хуже все делает. Если еще и начать нажираться, да потому что я... Подгорел, видите, вот об нос и вот тут лобешник. О сущных проблемах. О тяжести бытия. Пожалуйста, пожалуйста, спой песню «Вода». Ребят, можно, пожалуйста, я не буду, наоборот, петь сейчас ничего. Я вам на днях видео скину какое-нибудь новое, где я буду петь, а сейчас, может, я не буду петь. Роб, еще чуть-чуть. Не хотел проснуться, а не выходило, да, хотел встать, но, как бы, блин, из-за того, что этот сон каждый раз вызывает уйму очень таких мощных эмоций, бывает тяжело, да, просыпаться. В концертах, а когда же твоя личная жизнь? Насчет личной жизни я не люблю распространяться. Или духовные, какой угодно, раны остаются по-любому шрамы. Это знают все, наверное, по факту. Пахан твой Азер. Ты в плазе искал Зару Вадли. Нужно. Ты в плазе искал Зару Вадли. Да, мы, кстати, одежду искали, там ничего вообще не было поблизости. И было очень тяжело, мы даже Зару еле нашли. В чем суть сна? Алкашка топ. Она никогда не подведет. Да вы зря так говорите. Какой смысл ему бояться ехать в Дагестан, если он поет совершенно о других вещах? А, опа, тут в смысле этот, еще насчет Дагестана, да? Ребят, на самом деле Дагестан. Вот не захотите меня там видеть, я не приеду, это вообще ничего страшного, как бы. Все, кто хотят увидеть мой концерт из жителей Дагестана, как бы, они найдут, куда приехать, вообще не проблема. Я буду поблизости Дагестана по-любому. Ты очень крутой, спасибо. Хотел бы изменить в прошлом какое-то качество свое, да. Хотел бы, что-то бы хотел. Нет, даже менять ничего в прошлом не хотел бы. Наверное, просто больше дел. А так, сейчас есть время тоже менять все, что угодно. Ставишь ставки? Нет, вообще не ставлю ставки, ни разу не ставил в жизни. Это удивительно, но вот эта тема, кстати, меня обошла стороной. Душу нужно лечить впечатлениями, вот, хорошими впечатлениями. Я невозможно смотреть без эмоций и на что. Спасибо, что так часто устраиваешь трансляции. Да никакие часто, чего я на 5 минут захожу, пару слов скажу и выхожу. Вот эта прическа, что это дом, в смысле, ребят, никто не знает.
Вот. На сванике, да, ты религиозен, не люблю эту тему вообще поднимать, так что не задавайте мне эти вопросы все равно. Ты когда будешь в Одессе? Одесса. Ксюха, твой мужик-то вроде ничего. Когда спой сплина. Можно не буду петь, ребят, сейчас, пожалуйста, я на таком расслабоне. В Украине когда будешь и где? Ну, я пока не могу сказать точно. Но вроде бы у нас стоят несколько концертов. Не вроде бы стоят несколько концертов. Ждите информацию, позже все будет. Спасибо. Да дело же не в интеллектуальности песен, а в посыле, ребят. Ну, мои песни могут быть не интеллектуальными, но при этом не нести в себе всяких там аморальных вещей, которые, в принципе, об этом... Нет, не были, я просто обгорел. Которые там... Как сказать? Ну, не подходят под моральные устои представителей Дагестанской республики. Поэтому... Как бы в этом вся и фишка. Выступления в Москве будут только в клубах. Нет, ребят, я мечтаю собрать большие залы, и я их соберу, поэтому дайте времени. Снюс тоже не кидаю. Плохие времена. А что такое плохие времена, если сначала начнем с этого? Я считаю, наше время вообще неплохое, потому что, знаете, я вот иногда сравниваю наше время со временами, когда там шла война, например, да? И, блин, ну, у нас прекрасное время, у нас есть все для удобств, у нас есть интернет, у нас есть возможность самовыражаться. Мог бы мотивировать своих слушателей помимо своего творчества? Мотивировать, в смысле, не моих слушателей или что? Казахстан, приеду. Отдых хорошо, вот вам про свой отдых потом расскажу, как это все было. Это было весело. Но еще пока все идет, поэтому... Дай знать, если нужен гид по ЮАР. Хорошо, спасибо. Сколько моментов в жизни у меня связано с твоими песнями, ты бы знал. Блин, на самом деле для меня это все под таким каким-то вообще... неизведанным для меня замочком висит, потому что я как бы сам очень заядлый меломан и очень много музыки слушаю. А тут, короче, когда еще с моей музыкой чьи-то моменты связаны, это охренеть. Почему ты игноришь вопросы про Волгоград? Волгоград, я ничего не игнорю, я просто не успеваю читать. Что там было? Кажется, кто-то хочет спать. Ну да. Какую музыку ты предпочитаешь, когда расслабляешься? Блин, в последнее время некоторые случаи прям дают мне понять, что классическая музыка, когда хочется расслабиться, это самое лучшее. Цвет настроения черный. Не напоминайте. Симпатюля, спасибо, не даешь спать. Ты дома? Нет, я не дома. Ты пропустил вопрос в Израиле, когда будешь? Я пока не знаю, ребят, точно на этот вопрос тоже не могу ответить. Вас можно пофотографировать? Пишите в директ, хотя нет, не пишите в директ. Наверное, пока нет, потому что есть фотографы, которые хотят поработать, ну, с которыми мы как бы работаем. Вот, спасибо большое за предложение. У тебя есть мечта какая? Поделись. Ой, о мечтах на самом деле делиться не стоит. У каждого из нас есть мечты, у кого нет, ребят, лучше ищите их, потому что жизнь обретает смысл, когда есть о чем помечтать, подумать. В Азии намечаете дать концерт, да. Алана, согласись, на Кавказе девушки же приличные большинство, поэтому мужчин там, наверное, бесит, что их слушают. Ну, что они слушают, да? Ребят, вот насчет приличности девушек, я вот вообще всегда придерживаюсь того мнения, что везде абсолютно есть и приличные, и неприличные люди. Об их количестве не мне судить, потому что я наблюдал очень разные моменты от разных абсолютно народов. Я могу сказать точно, что в каждой абсолютно национальности есть хорошие и плохие люди. Ты где обгорел-то? Да так, на солнце. Когда новый трек, помимо песни «Провода»? А, все будет. Мой муж, иди в нему.
Очень интересно, планируешь ли ты с кем-то фит? Если да, то с кем? И ответь, с кем бы ты вообще очень хотел записать трек? Очень ни с кем, скажу так. Очень, наверное, ни с кем. Че врать? А так, не хочу перечислять тех, с кем я вижу себя на фите, потому что все, с кем я вижу себя на фите позже, эти фиты будут. Почему вам интересно про Снюс? Я тоже не понимаю. Владивосток, привет. Любимые западные исполнители? Нету. Ник у меня есть? Любимые западные исполнители? Нету. Мне девочки сказали, если бы я там была пораньше, хоть за 20 минут я бы тебя отвезла в Сочи и показала бы Зару. Спасибо. В Азии концерт? Да, скорее всего, будут. А где самый джибуристый джибур? Так вот же он. Йо, он и все в этом мире относительно. Все относительно, конечно. Но я не люблю эту фразу «все относительно». Типа, как дела, все относительно. Там, это красный, все относительно. Так можно на любой вопрос ответить, абсолютно и любую тему так разбить. Что за тату на шее, осьминог? Хватит спать, гулять, пошли. Пошли, заходи за мной. Ты всегда поздно спать ложишься. Нет, я просто очень поздно лег. Я самый крутой, я в том подъезде живу. Кайф. Я в Таллине буду гастроли когда-то. Я надеюсь, да, я доберусь. Сколько ты знаешь иностранных языков? Ни одного, ребят, я тупой. Я знаю английский на таком вообще плохом уровне. В плохие времена, когда морально подавлен. Морально подавлен, да. Я, наверное... Блин, не могу ответить на этот вопрос, на самом деле, потому что у каждого человека очень свои есть загоны. Вы знаете, у меня есть такие вещи, которые я не хочу афишировать, потому что меня просто не поймут, например. Но я считаю, что нужно делиться с близкими, если они есть. Если их нету, ребят, я вам желаю их обрести. Я думаю, нужно в плохие времена, когда морально подавлен, наоборот, стараться все больше и больше отдаваться здоровому образу жизни и думать о том, почему же ты все-таки подавлен? Блин, у меня нос и так огромный, еще и этот, еще и красный вообще. Как вы меня вообще смотрите? Так, будьте просто более осознаннее, живите осознаннее, потому что можно любую проблему, любой вопрос решить. Назовите место, лучшее место на Земле для тебя. Ой, блин, Осетия. Лучше места для меня нету, я думаю, никогда не будет. Ты в часах спишь. Да я не сплю, ребят, я просто прилег на чуть, а вообще кушать пойду. Характеризуй свой весь успех одним словом, пожалуйста. Весь мой успех одним словом. Вы, наверное, ждете, что я скажу «Медуза». Нет. Успех одним словом. Блин, наверное, путь. Огромный путь. Почему ты игноришь Магдан? Магдан, я вас не игнорю. А с тобой в реале мы можем подружиться. Ребят, честное слово, я не хочу никого обидеть. У меня ребята, которые мне нужны, все мои друзья, они рядом со мной. И, ну, как бы я не понимаю, что такое подружиться в реале, но не знаю, что, не понимаю таких вещей. Ответь, пожалуйста, в Крым собираешься? Я понимаю такие вещи, но я не понимаю, когда это происходит осознанно. Неосознанно, когда там раз в какой-то ситуации ты с кем-то подружился, базару ноль. А когда там ты пытаешься там подружиться с кем-то, типа специально, я не понимаю. В Казань. Да, буду в Казани, скорее всего. У тебя обалденный голос, спасибо. Почему не будет концерта в Уфе? Как не будет? Все со временем будет, ребят. Суть в том, что ты равнялся больше, к примеру, на Цоя и ТП, а не на шлак вроде Крида, Элджей и прочие 24/7. Ребят, я хочу сказать, что равняться ни на кого вообще особо не стоит, потому что каждый из артистов уникален, каждый из, ну, из уникальных артистов уникален. И равняться не стоит вообще ни на кого, потому что круче иметь что-то супер свое, супер отдельное, ни на кого не похожее, и тогда будет интересно. Как ЛЖ? Вы спрашиваете меня, как ЛЖ? Я не знаю. В Ташкенте дашь концерт? В
каких городах Украины уже побывал и впечатления? Здравствуйте. Нику не смешно пошутил. Нет, мотивировать людей исключает твой талант и творчество в плане как личность, как человек, который харизматичен не только песнями, но и как личность. Я об этом прокомментирую. Я немножко не понимаю вопроса. Мотивировать людей исключает твой талант и творчество. А, ну типа общаться с людьми не как артист, а как человек. Да я с вами так и общаюсь. Похоже, и тогда будет интересно. Как ЛЖ? Вы спрашиваете меня, как ЛЖ? Я не знаю. В Ташкенте дашь концерт? В каких городах Украины уже побывал? И впечатления... Здравствуйте. Нику не смешно пошутил. Нет, мотивировать людей исключает твой талант и творчество в плане как личность, как человек, который харизматичен не только песнями, но и как личность. Я об этом прокомментирую. Я немножко не понимаю вопроса. Мотивировать людей исключает твой талант и творчество. А, ну типа общаться с людьми не как артист, а как человек. Да я с вами так и общаюсь на самом деле. Вопрос, очень много вопросов. Всегда про музыку задаете. Да, я с удовольствием готов мотивировать людей. Передавай привет своему другу. Лана Тушева передает тебе привет, Нику. Мы тобой гордимся. Вы в Молдове будешь? В Молдове уже был, но еще буду. Сохрани эфир, не могу. Как добиться успеха? Как это сделать ты? Ребят, пахота, вера в себя, вера во Всевышнего. И опять же, пахота. Алан, твои мысли, песня, когда появится в iTunes, пока не знаю. Спасибо за нереально крутые песни. Вам спасибо, ребят, за нереально крутых слушателей. Танцевали до утра, поднимали. Ответь, пожалуйста, считаешь мысли материальные или нет? Очень заезженная, очень банальная фраза, но она работает. Конечно же, люди, мысли материальные, конечно же, все, о чем вы будете мечтать, по-любому когда-нибудь сбудется. Конечно. В Благовещенск приезжай, я постараюсь, ребят. Волгоград постараюсь. Дай совет, на что стоит обратить внимание при записи трека, с чего стоит начать. Ребят, начать стоит с написания интересных текстов и с постоянной работы. Часто нужно ходить на студию. А если вы имеете в виду, на что обратить внимание, чтобы был качественный звук, вот тут я вам ничем помочь не смогу, потому что была в Геленджике, когда у тебя был концерт. Очень круто. Хотела попасть, но, к сожалению, не получил. Блин, сообщение уезжает, я каждый раз вниз. Не знаю такого, когда во Владик приедешь. Приеду, ребят, ждите. Едь в Магадан, буду. Когда трек? Смотришь каверы на свои песни? Да, бывает, захожу, смотрю. Будь что будет. Будь что будет. Ты еще со своей девушкой в отношениях? У меня что, есть девушка? Вы какой веры? Не люблю поднимать тему. Такой, ну, момент... Вы же понимаете, что если я увижусь с одним человеком, если я сейчас начну говорить, что да, очень просто, давайте где угодно увидимся, вы же понимаете, что это будет хаос в аудитории, в качестве людей, которые меня слушают. И если я начну как бы быть супер таким, супер, я и так очень близок к своим людям, я считаю, и, блин, как дела? Ты нюхач, чего не спишь? Да не нюхач, я просто спал днем сегодня. Давай по-остински. Нет, не по-остински. Кайф. Не мороси. Всем дало. Эфир возьми, был еще конкуренцию. Домодедово знает. Федька, не злись, так у тебя тоже прорежет, может, когда-нибудь. Я тебе тоже желаю, братан. Моментами. У меня уже сил не отпечатать про Сургут. Сургут, ну блин, ну что я могу сказать, пока не стоит концерт. Я с удовольствием приеду. Общаешься ты... Удачи большой, бесконечной. Я еще помню, в прошлом году у тебя было где-то 5000 подписчиков. И как
эфире человек 60 блинников читал вопросы, а ты отвечал. Блин, да, мы, кстати, хотим повторить сейчас эту движуху, чтобы вы могли заходить и задавать определенные вопросы. Вернее, писать интересные вопросы, мы их вымутим и будем потом в трансляции разговаривать. Беларусь, да, Беларусь у меня в Минске. Какого октября? Нику, не помнишь? Беларусь не помню. В Минске. 4-го то ли ноября, то ли октября, я вот не помню. Ты белый, да? Белый нос. Казах похож ты. Я не казах, я осетин. Да нет, я просто не успеваю. А, блин, посмотри, сколько уже вопросов. Охренеть, конечно, сколько, блин. Я не успеваю, я, блин, старые вопросы до сих пор все это время читал. Я пойдем покушаем. Ребят, мы пошли кушать. Я вас обнимаю всех. Всем доброй ночи. Я, может, еще зайду, поболтаем. Я все это время отвечал на старые вопросы. Все поздравьте меня. Это собственная тема, почему девушка не может встретить достойного парня, что с ним делать. Спасибо. Мне тоже было очень душевно с вами, на самом деле, очень круто. Постоянно бросаю и начинаю, и опять бросаю, очень хочу бросить, но я брошу. Ну, пофилософствую. Маша, где я обгорел? На солнце? Привет, Самара. Блин, почему тебе... И бывают, короче... Бывают такие люди, они сами по себе, как бы, ну, часто очень недостойны. Это ж глупо. Ну, в ногах ковыряется, сидит. Что для меня главное, внешность или внутри? Ну, я не могу... При этом в общении с людьми очень сложно не обращать внимания на то, какой человек. Может, не буду... Спасибо. Здравствуйте. Смотря о чем. Здравствуйте. Где отдыхал? А я еще отдыхаю, не скажу где. Где сгорел нос на солнце? В Киев, да, я к вам хочу, если честно, уже потихоньку. Метр нормально. А ты как? Хорошего отдыха, спасибо, когда в НСК. Дальний Восток, Сибирь уже не спит. А, Дальний Восток, у меня скоро у вас тур, короче, по Дальнему Востоку. И... О, колыбельную. Да, пить, лучше пить кефир, отвечаю. Рожу намазать. Сметаной. Казахстан. Тихо, спокойно. Слышите, сверчки. Ребят, все мои концертные туры, все мои концерты, они все есть на сайте Газгольдера. Заходите в отдел Матран. Одно дело чего-то добиться, другое дело продолжать добиваться все новых и новых высот. С Васей трек посмотрим. Все может быть. Будешь еще делать тату? Буду. Не разговариваешь со мной, да, разговариваю. Украина. Классное место, я всегда с теплом приезжаю, с теплом уезжаю. Иду за Ильому. Совсем разные треки, каждый по-своему классный. Какой-то ты грустный, я просто выжат и спокойно. Я сейчас сижу около бассейна, а вы? Любимый исполнитель, нет таких. Смотря где ВСПБ. Что и кто тебя вдохновляет. Люди, события, жизнь, в принципе. Ты приезжаешь день в день на концерт или заранее? Блин, скорее день в день, но иногда мы остаемся. Песня «Помню благодаря» мы вместе с парнем теперь. Блин, очень-очень-очень приятно. Я безумно люблю эту песню. Совсем недавно, на днях, лето. Расскажи о Басте. А что о нем рассказывать? Все, я думаю, по нему видно. Хорошо.
сдал выступление, надеюсь, соберу свой олимпийский. А после концерта в Южно-Сахалинске будет ли возможность пофоткаться? Я очень постараюсь сделать так, чтобы была возможность, просто бывает в Дагане. Всем башкирам салам. Был в Крыму, если нет, то хотел бы. Hello from UK, UK, привет, улит. Улит. Не о минусах и плюсах. Какой концерт был самый запоминающийся? Запоминающийся? По-своему, очень крутые. Твой дикий голос мне близок. Есть какая-нибудь заветная мечта? Да, самый кайф купаться в бассейне, когда этого делать нельзя, рискнешь. Бускокос, ты, может, где-то поблизости за мной следишь, не? Со мной, походу, не разговариваешь, совсем разбаловался. Да разговаривай. Оставайся в Рязани погулять. Блин, не обещаю, у нас просто день концерта. Но бывает, что на следующий день сразу еще один концерт. Или через день, и вот как раз на следующий день нам надо бывает улетать. Звездопадовый. Влад, ну ты че? Ладно, ты так норишь, либо отвечаешь неразвернуто. Алло, Анна, можешь повторить свой вопрос? Сверчки там на фоне, хорошая обстановка. Если честно, да, здесь вообще пушка. Не все так считают. У вас баста и дыра в один день? Да, любовь. Привет всем. Привет тебе, Сеул. О, Сеул, привет. Ой, их очень... Я хотел сказать много, но их немного. Пожалуйста, поезд. Припев. Казахстан, привет. 23 сентября, 20.00, будем обниматься. 23 сентября, я постараюсь. Шпана. Любимые места в Осетии. Любое место в Осетии, мое любимое. Общаешься с Халибом? Нет, не общаемся. Когда фит со скрипом? Ой, не могу ничего по этим, вот по фитам вообще ничего не могу вам сказать. У тебя бывает бессонница? Не, у меня бывает, что я, короче, сплю днем. Твое. Творчество от нереально исполнительного поколения, потому что донести до молодежи, что застойчивый, хороший, огромное спасибо, блин. И спасибо, что вы это замечаете и цените, и для меня это очень важно. Если будут люди, которые будут это ценить, я буду всегда продолжать. Даже если не будете ценить, все равно буду продолжать. Спасибо. Краснодар, привет, Алтай. Пока не могу ничего сказать. Ребят, пожалуйста, не спрашивайте меня, куда я приеду и когда я приеду, потому что не совсем это... Делиться не обязательно ни с кем, делиться с самыми близкими, просто не все будут желать вам, чтобы они сбылись, а любая вот эта энергия, она же влияет, как бы, поэтому лучше делиться со своими близкими. Я видела тебя на концерте «Шесть жизней», да, это был я. Трек с Бастой будет, посмотрим. Когда будет концерт, пока не могу, не установил. Да, новый сделал. Какой стиль музыки предпочитаешь? Ой, разные. Привет, Иркутск. Очень интересная личность. Спасибо. Блин, я уже опять пропустил 5 миллиардов. Подождите, теперь не надо успевать. Давайте заново. Поедешь тут по России, очень постараюсь. Твой перстень огонь, новое дыхание индустрии. Спасибо. Спасибо. Клип на песню «От Луны до Марса» будет. Я не знаю пока, еще не знаю пока. Кем работал до того, как стал известным? Ой, ребят, кем только не работал. Время 3:15. Ладно, скажи привет, Раяна. Уже сказал. Передаю привет сцене. Удачи тебе во всем. Жду твоего концерта в Питере. Будет ли «От Луны до Марса» акустический кавер? Открою. Ни разу. Почему сцена 3 года и эту песню наизусть уже знают? Я не знаю. Когда ты научишься писать правильно мой никнейм, тогда я отвечу. Как с тобой связаться по делу, а то на почте не отвечают. Приложение видеосъемки по поводу аккредитации на концерт. Ты, кстати, единственный, кто пытается прочитать все, это просто поражает улыбку. Брат Костинка тоже не спит. Костинка. Салют. Сибирь, да, как погодка, нормальная. Ладно, передай привет Насте Королевой.
уже передал, как можно быть таким волшебным, не знаю, мне бы узнать. Будет больше прямых эфиров, я пока тоже не знаю. Какие девушки там в курсе? Ну, не прям так. Привет, Смальта, Мальта, привет. Якутск постараюсь. Что думаешь про Казахстан? И что о нем думаю? Иди отдыхай, да, сейчас пойду встать. Скоро, скоро. В Челябинске буду. Ребят, зайдите на главный сайт Газгольдера. Там написана вся абсолютная информация о моих всех концертах абсолютно. Все на миг. Передаю тебе привет. Привет с Ростова-на-Дону, 29-го. К вам привет, всем большой привет, всем доброй ночи. Мы, наверное, пойдем уже выдвигаться спать, потому что надо поспать, надо поспать. А интересные супер какие-то вопросы пишите в директ, я буду стараться ответить, потому что сообщений очень много. Всех обнял.